этого года в Павлодарской области в рамках программы «Еинбек» реализуется проект «Жас Кәсіпкер». Это трехнедельные курсы, предназначенные для молодежи с 18 до 29 лет. Категория, которая на период обучения не учится и не работает. Несмотря на короткий срок действия, программа показала свои результаты. В Иртышском районе по программе прошли обучение 30 человек. Усман Хасанов – молодой предприниматель, который раньше занимался ремонтом сотовых телефонов как любитель. Он узнал о программе «Бизнес Бастау», а дальше и о новой программе «Жас Кәсіпкер». Прошел обучающие курсы и открыл свое дело. Сумма, получается, предоставления денежных средств, заграждение 505 тысяч на развитие бизнеса. Государство такое предоставило. То есть прошли обучение с 15 августа по 2 сентября, защитил свой проект, бизнес-план. Ездили в город, в городе тоже подтвердили, и в связи с этим вот начал закупать оборудование. Олег Решицкий также прошел двухнедельное обучение по программе. В итоге открыл свою мебельную мастерскую. В конце лета я услышал, что есть такая программа «Жас Кәсіпкер». Мне это заинтересовало. Ранее занимался мебельным делом, работал. И решил открыть свое дело, пошел, отучился, прошел курсы, и в течение полмесяца мне выделили деньги. Грант? Грант, да. Объем? Объем 505 тысяч. На эти деньги я закупил оборудование, инструменты. В текущем году основам предпринимательства в Иртышском районе обучено 185 человек, из них 30 по программе «Жас Кәсіпкер». Все они получили гранты в размере 200 МРП. В настоящее время мы мониторим этих людей. Им предложено в следующем году на расширение производства зайти, получить кредиты, которые мы будем сопровождать от 3 миллионов и выше. В текущем году в Иртышский район было выделено 145 миллионов. Из них получено, получили кредиты в пределах 38 человек. Освоение идет 100%. С самого начала обучения и до конца молодых предпринимателей сопровождают кураторы, которые всегда готовы дать подробную консультацию по тому или иному вопросу. Дальнейшая деятельность также не остается без внимания. Мурат Эбиналжит, Самина Рахимбай, Ниязбек Смагулов и это Сахпарат из Иртышского района.